Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем вместе с вами тестировать новинку из 8-го каталога Oriflame. Это новая губная помада, стойкая, супер матовая серии The One Color Unlimited. Выходит всего 10 оттенков, а мы с вами попробуем 7. И сразу обращаю ваше внимание, что в этом каталоге проходит акция. При покупке двух помад вы получаете супер специальную, очень выгодную цену. Каждая помада 269 рублей. Но если вы внимательно посмотрите условия акции, то она распространяется на любые два продукта со страницы со 104 по 113 и кроме пробников и нескольких кодов. Внимательно посмотрите условия на 107 страничке. Итак, давайте пробовать помаду. Мне очень хочется ее протестировать, потому что эта помада матовая, не сушит, не стирается и дает плотное, абсолютно комфортное покрытие, которое увлажняет губы в течение дня и до 12 часов стойкости. Ну что же, давайте пробовать. Первый оттенок, самый светлый, персиковый беж 416-36. Помада приходит в таких вот красивых ярко-розовых домиках, и помада в форме карандаша, то есть помада карандаш. Я люблю эту форму, потому что удобно наносить сразу на губы помаду, даже если нет контура. Но, естественно, вы выбираете свое нанесение. Можно сначала контурным карандашом обвести губы или сразу носить помаду. Итак, пробуем. Итак, первый оттенок — персиковый беж. У меня такие ощущения необычные, если сравнивать со стойкой помадой Ultra Fix серии The One, я думаю, что вы все ее помните, то у этой помады прям такое вот легкое нанесение. Я просто провожу как лепесточком розы по губам, и сразу появляется цвет. У этой помады несколько более плотное нанесение, я бы сказала, такая, по ощущениям, она как будто густая даже, эта помада, очень интересно. И я бы даже не поняла сначала, что она стойкая, потому что у стойкой какие-то ощущения немного другие, как будто она сразу фиксируется на губах, а это и по ощущениям как увлажняющая помада. Но посмотрим, что произойдет через какое-то время с губами. Пишите мне в комментариях вопросы, если вам интересно, а мы сейчас протестируем все остальные оттенки. Оттенок мягкая роза 416-39. Очень красивый цвет, и все так же приятно лежит на губах. И мне кажется, цвет немного отличается от цвета, который представлен в каталоге. Согласны? А сейчас у меня на губах бархатный лиловый. Его код 416-40. И в моем понимании лиловый абсолютно другой цвет, такой немножко нестандартный, а этот очень приятный, комфортный и может быть использован как на каждый день, на работу, и если сделать отличный такой очерченный контур, то как вечерний оттенок. Красивый цвет, правда? Розовый коралл, оттенок 416-41. Но это вот просто необыкновенный цвет, мне так нравится. Я очень люблю яркие такие оттенки, но этот какой-то вот необычный, согласны? Такой прям как конфетка. Красный рубин 416-42. .416-43. Вишневый бархат. Очень смелый оттенок. Темный ягодный 416-44. Такой очень сочный оттенок, очень красивый. Кстати, я заметила, что многие цвета пересекаются с цветами из других коллекций. Мне кажется, какие-то вот этот точно уже я видела оттенок, ну и некоторые предыдущие.
Сейчас мы с вами сделаем тест на руке, чтобы еще вблизи посмотреть все оттенки повнимательнее. 416-36, персиковый беж. Четыреста шестнадцать тридцать девять, мягкая роза. Четыреста шестнадцать сорок, бархатный лиловый. Четыреста шестнадцать сорок один, розовый коралл. 416-42, красный рубин. 416-43, вишневый бархат. И 416-44, темный ягодный. Ну а теперь я прощаюсь с вами. Выбирайте оттенок помады на ваш вкус, то, что вам понравилось, то, что вам подойдет, чтобы носить помаду с удовольствием. Если видео полезно, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.